Поехали. Ты, я так первый раз еду. Мне главное, чтобы телефон не там не упал. Мне там слышно, не? Это ж круто. Погоди, дай палку сдержать, а то, блин. Все. Поехали, а то у меня машина болится. Точка маленькая, машинка нравится. А тут знаешь, куда ехать? Право-лево, право-лево. А тут обычно дорога. Главное. Поехали влево. Как мы их найдем, вот мне вопрос. Не знаю. Там может одна дорожка на пляж идет. Ладно, я думаю, найдем. Но мы кого найдем, мы вам не покажем. Ну, то есть, короче, к своим родным едем там. Чтобы их найти. С ним будем купаться. Ну, не, я поснимаю себя немножко. Со стороны. Природа. Что тут природа? Камыш. Камыш. Ребят, кому палка нужна? Селфи. Блять, палку сломал. Поехали. Нахуй. Блять, мне листы тут не нужны. Ты, блять, рули. Да я рулю. Почти. Так, ну правильно едем? Правильно. GPS чё, где? Ну не показывай там. На GPS не работает. Какую кнопку нажимать? Да я торви... нахуй. Да и правильно. Нахуй я его сейчас сломал. Во-во. Тут не видно будет. Ща яблок понапиздим, клубники. Ты чё? Частная, ты зо... чё? Частная зона? Ну что дальше? Вот она первая остановка. Направо. Думаю, фейс-контроль. Да. Ждет автобус. Мы почти приехали. Надеюсь, ребят, это было улетный ролик. Пиздец. Такой прям, эх, с адреналином. Там, ну, что хардкорные дороги. 3D. Вы в 3D включаете, вот это клево будет, прям реально, реалистично будет.
3D-дороги это плохо. Че? 3D-дороги это хуёво. Почему? Ну, мне не нравится. Там с батарейкой проблем нет? Ну, не знаю. Главное, чтобы не села, а то мы не дозвонимся. Направо, да, направо, все правильно. Ты прохождение смотрел, да? Да, я проходил уже этот квест. А что, ты забыл уже? Да мне на память на дороге плохая. А, понятно. То же самое, что и на лабиринт. Дебаф. Плохая память. От нахрена, у меня аж диски скрипят уже. О, стоп, стоп, стоп. Так. Все, мы приехали, ребят. Мы куда-то не туда заехали. Нет, мы туда заехали. Мы сейчас паркуем вот здесь машину. Около этого домика. Так, кто там с ним нас смотрит, это? Смотрите, не спиздите машину. Машина тут будет стоять около месяца. Вот на этом месте. Да. Блядь, вдруг там будет ехать, он тут хоть проедет. Во-во. А тут что, больше нигде поставить нельзя? А где еще поставить? Не проедет? Да не, вроде должен проехать. Сейчас еще разочек куда-то. Вот. Вроде должен проехать. Ладно, все, мы приехали, ура. Слава богу. Сейчас закроем стекла. Вот прям надо тебе стекла снимать эти все. Ну да. Все, сейчас охладиться. Смотри, включай печку сейчас. Нахуй, не надо. Чтобы это, вентилятор выключился. По-быстрому. Блин, мы тут сейчас горим нахуй. 3, 2, 1. Надо было мясо не брать, наверное, жарко. Во всем вентилятор работает. Так, очки. Очки я убираю. Видали, ребят? У меня тут все прям это. Окувайт. Видите, написано. Окувайт. Вот так нажимаем кнопку. И что он делает? Он приклеился. От жары. А, для очков? Ему вот так. Чпень. И готово. Да вот и нет. То есть ездят люди? Не знаю. Я. Все. Вид нового холостяка. И Балтика налегка. Все? Отлично. Продолжение банкета. Который еще не начался. Да. Так. Тут мы закрыли. Закрыли. И у вас. А, блять, он холодный, сука. Коки холодный. А? Коки холодный. Да. Так, еще предохранируемся. О! Я бы сегодня не поехал бы на хопер, если бы я не сделал бы. Я бы вообще не поехал. За этот не сделал бы, как он заяц-то. Ключ за это, зажигание. Ключалка от машины. Ключ зажигания, если бы не сделал бы. Этот ролик вы тоже можете посмотреть на моем канале. Да я это записал. Да, я как его вставлял, я показывал, как раскрутить всех болтов, где что. Сам никогда не знал, что поставить. Да? Ну да. Ну мало ли кому-то интересно будет. Так, мне бы теперь открыть пивча. Оп-оп. Стой. Блять. Падает. Мы вот так сделаем. Пускай на твои яйца. Мы вот так вот сделаем. Во. Ой! Да. Так, тут хуйни надо сразу. Вот, а чё и не снимается? Другие-то снимаются, опять. О! Всё. Ребята, я вам отвечаю, прям нулевку я хуярю. Не, я не буду показывать. А вдруг нельзя это показывать? Ну да. Точно, на ютубе же нельзя. Всё. Моменты с... Блядь, да чё ж ты падаешь-то вниз? Чё он такой тяжелый-то? Ну вот и я, братан. Как люди прыгали с этой палкой ходить, блин. Как мне вообще нести сумку вторую? Лево, право. Пойдем мы. Лево, право. А чё там, ребят, там видно, нечего не будет вообще, не? Скажите. Там крышу, скорее всего, видно. Погоди, так чё, понесёшь, что ли? Понесу. Ну давай. О, человек добрый, доброе дело делает. Ну, а что, тебе в зубах эту палку тащить? Да охота заснять. Блин, слушай, может на одну меньше сделать? Что-то тяжело как-то. Во. Во, вот это же другое дело. Что-то дома какие-то. Так, ключи.
Я положил? Так, надо проверить.